Друзья, спешу вам сообщить замечательную новость. Нашлась хозяйка Ланса. Она когда-то выкупила его в ужасном состоянии на звероферме, чтобы он не ушел на чью-то шубку. Сегодня ему 9 лет, и он вполне адекватный домашний питомец. Она так плакала, то ли от счастья, что нашелся ее любимец, то ли от ужаса, что могла его потерять. Мы решили его вернуть.